Договор между Республикой Армения и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества. С армянской стороны договор подписывает министр обороны Республики Армения Сейран Мушегович Уганян. С российской стороны договор подписывает директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Фомин Александр Васильевич. Протокол по итогам переговоров секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Платоновича Патрушева и секретаря Совета Национальной Безопасности Республики Армения Артура Вагановича Багдасаряна. С армянской стороны протокол подписывает секретарь Совета Национальной Безопасности Республики Армения Артур Ваганович Багдасарян. С российской стороны протокол подписывает секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев. Как вы оцениваете сегодняшний этап армяно-российских военно-технических отношений? И еще второй вопрос, если можно, каковы сроки создания и запуска совместных сервисных центров по обслуживанию и ремонту военной техники? Спасибо. Прежде всего, у России и Армении стратегические отношения. Это самый высокий уровень отношений. И должен сказать, что очень активно работают советы. Совет национальной безопасности Армении, Совет безопасности России. Работаем мы на плановой основе. Мы готовим этот план каждый раз на 2 года. И вот в 2013 году будет заканчиваться план. Мы уже поручили готовить план на следующий период, на 2014-2015 годы, по тем вопросам, которые нас интересуют. Вы сейчас присутствовали при подписании договоров, соглашений. Мы ставим перед собой задачу, чтобы те ведомства, которые обеспечивают безопасность в том или ином направлении, активно и эффективно сотрудничали. А для того, чтобы это было, мы должны, значит, как бы иметь соответствующую нормативно-правовую базу. Собственно говоря, чем мы в том числе и занимаемся. Проведены были консультации,
между ведомствами и заключены договора. В том числе вы видели, что на новый уровень выходит сотрудничество по линии ВТС. Я думаю, что это все подтверждает наше желание, чтобы это сотрудничество было эффективным. Спасибо. Извините, Азербайджан купил у вас оружие. С другой стороны, продолжается агрессивная риторика со стороны Азербайджана. По-вашему, к чему может это привести? Ну, прежде всего, должен сказать, что Россия, когда торгует оружием, выполняет все международные обязательства и требования, которые существуют. Ну и также выполняет все законы России. Кроме того, у нас с Арменией стратегические отношения. Во время этого визита мы посетили 102-ю военную базу, убедились, что наши военные и армия, и пограничники, и другие, кто сотрудничают, надежно обеспечат безопасность в Армении. У вас не должно быть никаких в этом плане волнений. Сил и средств для обеспечения безопасности здесь достаточно. Мы вместе это проверяли. Правильно. Я на армянском пару слов скажу и завершим. Во-первых, я хочу поблагодарить Секретаря Совета Безопасности России за поддержку, за понимание, потому что мы наметили очень интересное направление нашего сотрудничества и фактически вышли на конкретные результаты. Сегодня были подписаны 5 разных соглашений, договоров, и я думаю, это нам дает хорошую, правовую, прочную основу для дальнейшего эффективного сотрудничества. Եվ ես կարծում եմ, հայրենով երկու բառ ասեմ, որ այս այցը շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ, կարևոր քննարկումներ եղան Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի հետ, միջազգային գլոբալ անվտանգության խնդիրներով նախանշվել են կոնկրետ ծրագրեր ռազմական արդյունաբերության ոլորտում, և ես կարծում եմ այս համակարգը հետաքրքիր կզարգանա պետական սահմանի հետագա արդիականացման 102-րդ ռազմական բազայի սահմանային ենթակառուցվածքների արդիականացման և մենք նախանշել ենք կոնկրետ 12 ուղղություն, հաստատուկտը ստորագրված է 12 ուղղությունների հետ կապված, սեյսմիկ անվտանգությունից սկսած մինչև բյուրականի աստղադիտարանի վերազինում, գառնու դիտարանի վերազինում, որոնք մեր անվտանգության համար ունեն կարևոր նշանակություն, ես կարծում եմ, որ այս հարցը այս շատ արդյունավետ էր։ Եվ կանցը ինչ-որ ասել, благодарю вас за поддержку, взаимопонимание, благодарю всех журналистов. Спасибо. Спасибо.